Продолжаем движение. Москва, Тюмень, 14 серия. Я опять немного просчитался. До финиша осталось примерно 4 часа 10 минут, поэтому решил разбить видео на две серии. Ну, во-первых, это оперативнее, во-вторых, надежнее. Потому что был случай, когда обработал серию процентов, наверное, на 90. Вот, ну, длительностью более 3 часов. И впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. И произошло отключение электроэнергии, ну там было короткое замыкание, и в итоге примерно сутки на обработку видео я потерял. Чуть позже я отвечу на вопросы, которые поступили к этому времени. Получил к этому времени сообщение от пользователя Антон Мюнич. Надеюсь, правильно прочитал логин. Это к серии Москва-Саранск. Антон пишет: трогательные сцены, когда провожаете. Еще и музыка. Ну да, в начале маршрута я разместил музыкальное сопровождение, ну, гимн России. Это символически, что ли. Гимн России, а за ним следует весь маршрут по всей трассе. То есть можно оценить, даже, может быть, не очень корректно оценить, как бы подтверждение, что ли, гимна. Вот, ограничение 90. Масштабы и просторы России. Это носит как бы символический такой характер. Ну, уже мы принято решение, что каждый маршрут, самую первую серию, я буду начинать с гимна Российской Федерации в исполнении Расторгуева и группы Любэ. Ну а насчет трогательной сцены, да, каждый маршрут, каждую поездку я провожаю сына. Вот есть такой момент, такая традиция. Ну, сами посудите, вот провожаете своих родственников в аэропорту, которым лететь там 4-5 часов, например, на самолете. Обнимаетесь и так далее. А если учитывать, что воздушный транспорт самый безопасный из всех видов транспорта, то автомобильный стоит на третьем месте. Поэтому, провожая ребенка, ну, для меня ребенком будет всегда, естественно, волнуешься, переживаешь, нервничаешь, пока он находится в движении, потому что маршрут занимает не один, не два, не пять часов, а несколько суток. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 70. Ой, на привольный 22.
Ну, это он... Ну, Я это не он слышу вас. Алло. В салоне автомобиля. Алло. У него уже есть достаточный опыт. Он проехал почти весь юг России, был в Крыму. Проехали мы с ним вдвоем. Я проверял, как бы инспектировал его поездку до Красноярска один раз. По-моему, два раза были в Новосибирске, в Кемерово были несколько раз. Ну, после каждой поездки возникали такие дискуссии, где я высказывал свое несогласие с его манерой езды, ну и так далее. Были такие серьезные разговоры. Надеюсь, вы понимаете, как переживает отец, когда ребенок находится вот в такой поездке, например. Думаю, что вы, отправляя своих детей, отпуская, вернее, своих детей в такие поездки, на курорт там или в командировку, естественно, будете переживать, будете нервничать. От этого никуда не денешься. Это естественно, это нормально. Вот. Благодарю Антона за вот такой комментарий. Он немножко задел мою душу. Поэтому я на нем так подробно остановился. Естественно, я желаю, чтобы Валентин, он уже проехал, наверное, 3/4 России. Осталось, куда ему еще съездить, в Владивосток, в Магадан и в Мурманск. Наверное, отдельно, может быть, снова вернусь к этому вопросу, но отдельно хотел бы коснуться вопроса комфорта для водителя, особенно в зимнее время. У меня есть видео в моих плейлистах, можете найти, где я демонстрирую одежду с подогревом, там другие причиндалы. Все вот эти вот мои приобретения, они вызваны необходимостью. Вот, например, остановиться на ночевку, неважно где, на трассе, при температуре минус 40 и еще ниже, то последствия могут быть очень серьезные, потому что при такой температуре наружного воздуха, да еще, не дай бог, ветер сильный, резко падает температура двигателя. Независимо от того, закрываете его целлофаном или нет, даже при минимальных оборотах температура в салоне автомобиля очень низкая, и спать, отдыхать при температуре, например, плюс 7-6 градусов. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 90. Очень некомфортно. Для этих целей я приобрел одежду с подогревом. Много искал, приобретал на Алибабе элементы с подогревом. Потом купил одежду с подогревом уже у нас в России. Приобрел стельки с подогревом. Потому что были случаи, это не выдумано, не высосано из пальца, а это из жизни, из реальной жизни, когда невозможно было уснуть в салоне автомобиля, но температура, прикиньте, там плюс 2-3 градуса, а двигаться, выдвигаться через
2-3 часа. В конце, в итоге ты не отдыхаешь как следует, не можешь отдохнуть из-за того, что не можешь уснуть. Вот и выезжаешь уже полусонный. А во время движения в салоне автомобиля начинает теплеть, ну, температура за бортом повышается, там до минус 20, минус 14. Уже тепло, комфортно в салоне, и непроизвольно тянет в сон. По этой причине я вот разместил свои такие короткие ролики. Но повторю, что в плейлисте вы можете найти это. И при необходимости рекомендую этим воспользоваться. Вот сейчас 18-й год, а по-моему в 17-м или в 16-м году на участке между впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Мотелем Омич и Омском насмерть замерз водитель. Температура резко упала за бортом, снегом занесло трассу. Он отдал все, что у него было, одежду в соседний автомобиль. Там сидела женщина с ребенком. Но сам уснул в автомобиле и замерз насмерть. К сожалению, это беда. Поэтому не нужно относиться легкомысленно вот к поездкам по России в зимний период. Все, что я размещаю вот на своей странице, в своем аккаунте, повторю, что это не высосано из пальца, не придумано, а просто реально испытано и проверено на себе на трассе. Кстати, на видео Мурманск-Москва перед стеллой «Полярный круг» я демонстрирую на себе вот эту одежду. Там вот есть такие фрагменты, вставки. Вот. Но уже стелла не та, уже там все изменилось. Я уже не был там года, наверное, 2 или 3. Вот стелла «Полярный круг» там уже приобрела другую значимость. Но, тем не менее, отправляясь вот в поездки в зимнее время на дальние расстояния, примите к сведению мои советы и рекомендации. Справа по ходу на расстоянии примерно с километр проходит железная дорога. Трасса Р-351. Екатеринбург, Тюмень. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. Река Куяр пересекает трассу. Я давно обратил внимание, что в Тюменской области, как мне кажется, самые лучшие дороги. Имею в виду полотно, разметка.
запрещен. Ограничение 90. Ну, по карте... На карте видно небольшие лесные такие массивы, рощицы. А в остальном все открыто. Впереди поворот на трассу. Горбановская, Байкалова и Ирбит. Обгон запрещен. Ограничение 90. Село Горбановское, село Байкалово и город Ирбит. Впереди камера. Ограничение 90. С левой стороны, по ходу, примерно в километре, Горбановское село. Трассу пересекает река Юрмыч. Впереди пост ДПС. Ограничение 30. С левой стороны в нескольких километров Пионерский поселок, надо полагать. Трасса пересекает река Сугатка. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 70. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70.
Впереди река тоже пересекает трассу. Называется Суетка. С левой стороны впереди совхоз Чупинский. Обгон запрещен. Ограничение 90. По трассе справа и слева небольшие рощицы, а так место открытое. Стоянок для кратковременных остановок, для короткого отдыха очень мало. Скажем так, дорога не избалована стоянками. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90.
впереди дорогу пересекает река Балаир. Балаир. Обгон запрещен. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Трасса пересекает река Юшала. Юшала. Трасса Р-351, Екатеринбург, Тюмень. С правой стороны по ходу примерно в 2-3 километрах Юшала, поселок небольшой. Обгон запрещен. Ограничение 90.
8 километров до места. Ну да. Не, не темно. Время что, 16:25, через час только заход солнца будет. Но едем в тумане. Да, это туман. Ну так, местами приличные. Ну, видимость, не знаю, там 800. Немного, чуть-чуть, да, прокачусь. Да-да-да. Я до вокзала, потом на мойку, потом, может быть, чуть-чуть прокачусь и отдам. Ну, билеты посмотреть. Ты в школе? Какие-то предыдущие документы найти не могут. А ты не фотографировал их случайно? Да, документы. А я не фотографировал? Нет, банковские навряд ли. Скорее всего, я вполне возможно фотографировал твой договор, чтобы почитать его потом накануне. Но вот не помню. Не помню. Ты чего-то там ждешь в школе или сейчас будешь уходить? А, ты сегодня Кирилла забираешь. А почему? Ну, она не сказала, что... Я понял. Не знаю, вечером, когда уже когда освобожусь. Ну, я же сказал, сколько. Нет, 80 было, но сейчас, 75. Да. Ты вообще не слушаешь, да? Что я говорил? Да. Да нет, не особо. Да, давай потом, если что, созвонимся.
правой стороны остался Тугулым. Смотрите, мне осталось около 50 километров, это ну, минут 40-50, наверное, где-то так. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Ну, смотрите, я сейчас еду на вокзал, там смотрю билеты, покупаю билет на когда, не знаю, на сегодня, на ночь, завтра, на утро, вот как получится. Вот, потом... Ага. А, хорошо, хорошо, договорились. Ага, хорошо, хорошо, договорились. Угу, да, достаточно. Снег лежит, что ли?
Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Контроль скорости. Ограничение 90.
Вот уже Тюмень на горизонте. Такие небольшие пробки перед светофором. Но в следующей серии будет заключительная, это по Тюмени, по всей вероятности, без ускорения сделаю с реальным аудио, с оригинальным. На этом заканчиваю комментировать. До следующей серии.